Одна из самых обсуждаемых инициатив президента России – лишение губернаторов, полпредов президента в регионах и руководителей думских фракций машин сопровождения ГИБДД. О том, как отнеслись к такому запрету в администрации главы Чувашии, нам рассказал пресс-секретарь Михаил Вансяцкий. Но Михаил Васильевич раньше никогда не злоупотреблял этой привилегией. Машину сопровождения он, если он использовал, то только когда выезжал из Чебоксар в другие населенные пункты. Так что никакой тревоги по поводу этих решений у нас нет. А как сейчас глава Чувашии будет выезжать в другие населенные пункты республики? На своем автомобиле без машины сопровождения, как положено по закону. Мы законы соблюдаем.